Доля долгов по кредитным картам в РФ к концу ноября 2020 года выросла на 1,5% в сравнении с ноябрем 2019 года и составила около 16%, по словам президента НАПКО Эльмана Мехтеева, показатель за ноябрь не является критичным, и в сравнении с августом он даже снизился. Подробнее читайте на нашем новостном сайте.